Всем здравствуйте! Сегодня будет письмо от подписчицы. Мы немножко поговорим про мусульман, про правила поведения, как бы вы поступили на ее месте и так далее. Сейчас я зачитаю сначала историю, а затем дам рекомендации, отвечу на вопросы. Итак, здравствуйте, Галя. Я давно смотрю ваш канал, уже 9 лет. С тех пор я вышла замуж, но не за турка, а за египтянина. Но это практически то же самое, так как религия одна, кухня похожа, да и в целом много общего. Говорю я это с такой уверенностью, так как был в моей жизни и турецкий мужчина. Хочу осветить свою проблему, чтобы вы со своей мудростью, опыта помогли мне разобраться с ней, и ваши подписчики тоже. Я уверена, что я не одна такая. Итак, до своего замужества с египтянином я приехала работать в Египет в шоу-балете. Это всегда было моей мечтой. Но так путешествовать и танцевать. Танцы – это моя стихия, а точнее танцы на сцене. Я танцую профессионально с 11 лет, сейчас мне 30. Я находила каждый день минимум полчаса, чтобы потанцевать перед зеркалом. Конечно, регулярно посещала танцевальные занятия в своем городе. Я обожаю выступления, передачу не только движения, но и эмоций через танец. Ничто в этом мире так меня не вдохновляет и не заряжает энергией, как танцы. Я еще долго могу писать про это, но думаю, смысл понятен. Еще напишу, что образование у меня не связано с танцами, и несколько лет я работала вообще в другой сфере. И мне было очень некомфортно на душе, чего-то мне не хватало. И только когда я снова начала работать в танцах, вся моя жизнь переменилась. Так вот. Так получилось, что я познакомилась со своим будущим мужем уже в Египте во время своего пребывания здесь в качестве танцора. Он мне говорил, что я очень счастливая, что могу работать в своей сфере, от которой я кайфую. Никогда не комментировал мою работу в негативном ключе. Был у меня опыт подработки в клубе как Go-Go, но даже и этот раз он не сказал тогда ничего против, просто подвез меня до работы, хотя Go-Go танцует в достаточно открытых нарядах. Честно сказать, я не люблю танцевать такие танцы, просто решила попробовать. Мы с ним на тот момент просто дружили, каждый день встречались, но интима у нас никакого не было, хотя я видела, что очень ему нравлюсь. И так продолжалось более полугода. Когда мы наконец начали уже серьезные отношения, я от него забеременела, и он и я поняли, что здесь путь только один – официально жениться и строить семью. На тот момент я уже убедилась, что человек он надежный, очень культурный, со всем сердцем, любовью относится к своему отцу, мама его умерла, также очень любит своих детей от первого брака, уделяет им много внимания. Он у меня старше более чем на 10 лет, то есть уже есть какой-то жизненный опыт. Также у него достаточно высокая должность, получает неплохо, поэтому сомнений в качестве этого человека у меня не возникло. Я готова была соединить наши судьбы и жизни и построить их здесь, в Египте, свою семью, но случилось нечто такое, чего я сама не ожидала. Когда мы поняли, что будем мужем и женой, он мне сказал однозначно, что с выступлениями на сцене надо прекратить. Так как в Египте жена танцор – это просто позор на всю семью, причем на всю семью. Что здесь не принято, чтобы жена отплясывала в каких-то нарядах перед другими мужиками. Про женщин он не упоминал даже. Что он никогда не согласится, чтобы его жена танцевала на сцене вот так. Я, если честно, была просто в шоке. Он мне такого раньше не говорил. Он, конечно, и не говорил обратного, что хочет быть женой танцовщицы, но никогда до этого и не высказывался негативно по поводу моих выступлений. И вот я беременная, еще не замужем, понимая, что мне надо что-то решать. Мы с ним долго на эту тему общались, точнее ругались. Я пыталась ему объяснить, насколько мне важны выступления, что это мой воздух, моя энергия, но в ответ он лишь говорил одно и то же, что он этого принять не сможет. Я его спрашивала, почему до этого он мной так сильно восхищался и говорил, что так как здорово, что я нашла любимое дело, которое приносит мне и деньги, и удовольствие, а теперь уперся. Как будто не был в курсе, что все это время я танцевала, а он лишь ответил, что встречаться одно, а жениться совсем другое. О, я даже здесь, знаете, сразу становлюсь, это чисто вот эта тема восточная, так и есть, они реально так разделяют. Мой муж мусульманин, но он не ходит в мечеть каждую неделю и не делает намаз, то есть довольно светский в этом плане. Скажу еще, что пока я работала в шоу-балете, мне и самой поднадоела вечерняя работа и хотелось иметь какую-то надежную, хорошую, стабильную работу. Я начала еще за год до этого учиться программированию. Так вот, завесив все за и против, я приняла решение все же выйти замуж за него и потом найти лазейки для возможности танцевать. Тут ключевое. Я все-таки согласилась, да.
а потом лазейки решила искать. Мы сейчас об этом поговорим. Так вот, прошло 6 лет. За эти годы я начала работать в фитнес-клубах, танцевальным инструктором. Решила, что в каком-то виде, но буду в танцах. Еще я посещала занятия других хореографов. Также периодически я поднимала с мужем тему моих возможных выступлений на сцене. Но он никогда не понимал меня, и эта тема до сих пор меня гложет. Никакой танцевальный фитнес не сравнится с живым выступлением. Еще скажу, что я отучилась на программиста, начала работать в этой сфере. И хоть я очень люблю математику и в целом точные науки, мне сильно не хватает тех эмоций и драйва, которые я получала от сцены. Я живу в Каире, а здесь постоянно требуются танцоры для подтанцовки у певцов, например. И костюмы бывают достаточно закрытые, джинсы, майки. Моя мечта – это работать на интеллектуальной работе, в программировании. И пару раз в неделю танцевать где-нибудь. Это прям было бы для меня идеально. Я себе пообещала, что все же буду танцевать, чего бы мне это ни стоило. Не хочу, чтобы ощущение какой-то беспомощности, подчинения другому человеку за счет своего неудовлетворения сопровождало меня всю жизнь. Я никогда не танцевала никаких развратных танцев, всегда это были какие-то народные, хип-хоп, латино, то есть классное, достойное что-то. Я не знаю, что будет, если я начну танцевать, точнее догадываюсь, что будут ссоры. Разводиться я не хочу, так как во всех остальных моментах меня этот человек устраивает, он полностью нас обеспечивает, хорошо относится ко мне и ребенку, всегда находит время совместного времяпрепровождения, он веселый, интересный, очень умный, но вот танцы – это наш камень преткновения. Очень прошу вашего комментария, заранее благодарю за ответ. Смотрите, я здесь сначала, давайте с точки зрения психологии объясню, в чем затык происходит, проблема в чем. К вашему мужу, честно скажу, никаких претензий быть не может и не должно быть. Во-первых, он четко до свадьбы проговорил, вы тогда ругались, его позицию. И сейчас ждать, что он ее должен изменить или захочет, или мне как его подтолкнуть, как выудить и так далее, довольно-таки странно, потому что он четко заявил свое условие на вступление в брак. Если мы берем восточный менталитет, да, к сожалению, есть такая тема, что встречаться это одно, а жениться это совсем другое. Плюс у вас муж, скажу, ну как есть, да, скажу, при деньгах, при каком-то статусе в обществе, ясно дело, ему вообще не с руки жена танцовщица или вообще какой-то публичной такой деятельности, а дело не в нем, что он против. Дело в том, что другие люди осудят вот этот общественный позор, осудят, не примут и так далее, будут судачить. Это не потому, что он должен на всех забить и выбрать вас и ваши танцы. Он не обещал вам меняться. Вы почему ругались? Потому что он сразу говорил, будет вот так, я это не принимаю. И вы согласились на это условие. А сейчас вы пытаетесь как бы вывернуться, как бы мне вот сделать то, как я хочу, как бы мне его там уговорить, как бы мне правильно поступить, что мне вообще в этой ситуации делать, ну желание у меня есть, да? Дать от мужа перемен вообще не стоит, да, ругаться он будет, и его понять абсолютно можно. К сожалению, если он один изменится и плюнет на всех вокруг в своей стране, и на свою семью, и на вот этот вот позор, там, который может быть из-за публичной какой-то там двусмысленной в их понимании, карьеры его супруги, он не может переделать всех вокруг. Это будет давление не только на него, на остальных членов семьи, к сожалению. На его родственников, братьев-сестер, на его там, вот, детей от первой жены и так далее. Да? Это я в общем там утрирую, не думаю, что это слишком уж всех будет касаться. Ну, короче, вопросики будут у всех. И они все вместе окажут на него давление для того, чтобы он вас скрутил, зажал, запретил. То есть он знал это заранее, и заранее, по сути, пытался предостеречь вас от этого. Он давал свои условия. Поэтому мы его уговаривать, просить, заставлять сейчас не имеем, по сути, никакого права. Если мы говорим про партнерские отношения, про здоровые отношения, да, вы, по сути, должны идти друг на друга навстречу, и он должен идти вам навстречу, находить общий язык, чтобы каждому партнеру, в чем вообще секрет здоровых отношений, чтобы каждому было комфортно, чтобы никто не чувствовал, что это игра в одни ворота, или что-то отрывает, он чего-то лишается. Короче, чтобы не было плохо кому-то в отношениях. И если мы все, я окей, весь мир окей, то есть всем должно быть в отношениях хорошо. То есть и ваши желания тоже учитываться должны. Вот ваша победа с мужем – это компромисс, до которого вы должны не ругаться из ссоры, а договориться.
Вы знаете своего супруга за эти 6 лет. Вы знаете к нему подход. Вам надо издалека, постепенно, максимально безопасно. Для начала поймите, в чем опасность, чего он боится. Именно конкретно давление общества и родственников на него за вашу деятельность. Или он внутри сам ревнует, ненавидит эти танцы, для него это пошлятина, это там измена, ну, условно, да, какие у него страхи, поговорите с ним, что за этим стоит. Я назвала, по сути, это можно одним назвать, да, словом, но страхи там разные таятся. Надо понять, какие именно страхи и какой из этих страхов там на первом месте у него. Начинайте работать против этих страхов. То есть ему это небезопасно, страшно, он этого боится, поэтому это отвергает, максимально от этого удаляется. Поэтому идете, минимизируйте его страхи. Там, боится измен каких-то, пошлятины, раздетой одежды, там потом вот майки, футболки, а вот знаменитый певец, он же в мусульманском мире и вообще у восточных мужчин, когда кто-то знаменитый, и ого-го, вот эта вот вся история, они очень тянутся к знаменитым людям, публичности и так далее, то этим можно его, да, смотри, знаменитый певец, а я вот этот при нем, вот, короче, какая-то гордость, смотрите, что он любит, на что он купится. Если это гордость и принадлежание какое-то к какому-то, там, не знаю, каким-то людям знаменитым, светскому чему-то, он к этому тянется, это не все, не про всех это говорит, он к этому тянется, то попробуйте зайти через это, что вот знаменитый певец, а я его просто танцы, смотрю, все, адекватно показали, сели видео, например, что там нормальные танцы, нормальная одежда у артистов, вот что-то такое, короче, да. То есть вам надо потихоньку, постепенно вводить в курс дела, найти зацепки, что человеку нравится, чтобы его как-то привлечь, чтобы вообще вот этот факт этих танцев, да, для него минимизировать опасность, его страхи. Это совсем не у всех, вот это некое тщеславие, если любят принадлежать там к богатым, знаменитым и так далее, очень любят якшаться знакомствами своими, рассказки там знают того, а я вот это очень любят в восточном мире, и это я не раз встречала, но далеко не все люди совсем, это от воспитания, есть еще очень когда скромно воспитывают людей, они наоборот не будут кичиться этим, не будут про это рассказывать, не будут вообще эти темы затрагивать. Я, когда с мужем знакомилась, я вообще ничего не знала про его семью. И у мужа, у него в семье есть двоюродные кузены, кузины, не родной брат, сестра, а двоюродные, которые актеры, знаменитости, скажем так. Я очень много была в каких-то семейных ужинах, приемах и так далее, встречах, когда были какие-то знаменитости турецкие. Я, в силу того, что я вообще, честно скажу, поп-индустрии турецкой не слежу, вообще не была в курсе, кто, чего там, как, сколько там у кого миллионов где-то подписчиков и так далее. Прекрасно там общались и все в таком роде. То есть вот это как бы у моего восточного мужа, у него нет этого придыхания какого-то, всего прочего. У него его, наоборот, очень скромно воспитывает, что наоборот, как бы условно скрывается. Вот, я к тому, что заходы могут быть разные абсолютно, это зависит от человека. Но факт то, что вам должно быть в отношениях комфортно, и вашему супругу в том числе. Трудность в чем? Ну, в том, что он уже сказал о своих желаниях, вы пошли на эти условия, и сейчас, да, он имеет право ругаться, назовем так, в штыки воспринимать какие-то ваши действия, противиться, потому что вы, по сути, нарушаете договор, на который изначально подписались. Я решила, мужик хороший надо брать, хороший отец будет, хороший супруг, а потом как-нибудь решу эту проблемку. Вот она, проблемка всплыла. Ну, не скажу, это прям обман его, ну, ему будет, конечно, неприятно, но не прям предательство, но чувства у него будут сродня такие. Смотрите, я понимаю, что вам эмоции дают танцы. Ваш вариант только максимально целомудренная одежда, максимально какие-то там, не знаю, знаменитости или еще кто-то, чтобы как-то оправдать это, да, статусность была. Какой-то уровень должен был, статусность. Всегда сравнивайте с женщинами, которые есть не иностранки, а местные, которые этим же занимаются. Но я уверена, что есть из Египта женщины, которые публичные, которые чем-то занимаются таким, там не только артистки, танцы, как, что-то вот в этом роде публичное, уважительно, и местные, чтобы были, да, показывать, что тут тоже такое есть, то есть не надо вот это вот тоже максимально утрируйте, преувеличивайте, вот это сравнение должно быть с местными, естественно.
Потому что он будет говорить, что вы иностранка, вы ничего не понимаете, а местные так не поступают, не делают. Надеюсь, что делают и поступают, потому что их, конечно, очень мало. И овцы целые, и волки сыты, это ваше, может быть, преподавание попробуйте. Не просто в фитнес-клубах, индивидуальные уроки, когда вы там детей будете преподавать, танцшколу какую-нибудь придумать, замутить или что-то в этом роде, да, быть преподавателем профессиональным, например, чтобы дети танцевали, у вас какие-то были успехи, тренерство пойти, вот это очень, это и педагогика, и спорт, и танцы, это будет очень сильно уважаться в восточном мире, вот это вы уже учитель, а не танцовщица там что-то, а где-то, а там педагог, это то же самое учитель, медик, пожарный, полицейский, предприниматель, например, да, это звучит. То есть покрутите вот эти танцы с каких-то социально, скажем так, приемлемых сторон, более одобряемых социуме там, где вы сейчас живете, чтобы как-то это можно было по-другому преподнести, но суть остается одна. Я понимаю, что вам нужна сцена, эмоции, вам танцы дают эмоции. Вам, по сути, можно найти каким-то образом так подобные эмоции, реализацию на суше, не на сцене, а в другой какой-то сфере. И вам танцы не станут нужны. А танцы это просто стала часть, это ваши эмоции, часть вашего ощущения, реализации своего какого-то голоса, часть себя, вы так себя introduce, короче, представляете, раскрываете, реализовываете, короче, все вот это, да, у вас вот внутренний диалог и любовь к себе через вот эту историю идет. Ну, это можно реализовать, вот эти творческие начала и все прочее, не только в физическом и в танцевом движении, но какой любой другой творческой деятельности. Может быть, вы еще чем-то сможете заняться. Но вообще, честно, педагогика преподавания, те же танцы, и это будет тоже было очень круто. Подумайте об этом. Не про спортклубы, я имею в виду. Это спорт, это вам, понимаете, вам нужна реализация себя в этом, чтобы я себя чувствовала, видела эмоции, которые я проживаю на сцене. Вы прям про это и писали, по сути, зачем вам это нужно. Просто доступ к сцене через выступления какие-то, почувствуйте, посмотрите, а будете вы реализовываться в своих учениках, если они у вас будут. Попробуйте этим заняться, понаблюдайте, вполне возможно, что что-то из этого интересного выйдет. Но про мужа, если вы к этому все-таки придете, потихоньку, постепенно, говорим о своих желаниях, вводим в курс дела, знакомим с тем, что есть, что это безопасно, узнаем его страхи, их опровергаем, максимально притягиваем местных, сравниваем, даем примеры, как другие женщины местные чем-то подобным занимаются, что это ничего страшного, никакого здесь позора нет, и они прекрасно, вот, например, живут и так далее, и так далее. Короче, эта обработка, скажем так, должна быть постепенная, задолго, прям вот этот лейтмотив вы должны потихонечку мужу внедрять. Ваша вообще, вот если мы берем психологию, я до конца уже до видео договариваю, подчеркну, это борьба с его страхами, с его предубеждением. Предубеждение — это страхи, которые его запрещают, останавливают, не допускают этих мыслей. Просто поймите, расспросите, чего он на самом деле боится. Осуждение в обществе, его личная ревность, и все это комбо может быть как-то. Потом посидите и обмозгуйте. Как мы можем его, эти, скажем так, страхи разуверить, развенчать это? Как мы, что мы ему должны дать почувствовать, чтобы это для него не было проблемой? Просто счастливое лицо жены счастливой, которая с сцены спрыгивает, такая: «О, мне так счастье, ты мне подарил эту возможность», этого мало будет. А он всегда внутри будет у него раздавать, правильно ли я поступаю, но она вроде бы счастлива, а мне так стрёмно, вдруг кто-то узнает, а вдруг кто-то услышит, а вдруг мне зададут вопросы. Но чтобы у него этих мытарств не было, начинайте вот так. Тем более у вас ребенок подрастает. Я, пожалуйста, рекомендую не тащить ребенка в танцы, пусть он сам этого захочет, если захочет. Не настаивайте, не давите, не пытайтесь реализовать в ребенке то, что, может быть, у вас в детстве не было, или вы бы хотели какого-то продолжения в ребенке как-то профессионально. Пусть ребенок сам выбирает. Не замещайтесь. Но я бы рекомендовала обратить внимание на преподавание. Вот в мусульманском мире это было бы просто четенько, я так бы назвала. Вот прям супер вообще. Я говорю, это святая профессия, педагог, просто я учу танцам, да, без проблем. У меня у ребенка в школе учителя, три учителя по спорту, как называется, физкультуры. Молодая фитнес-девушка, и вот когда говорит фитнес, она такая вся прокачанная, она работает еще и там типа а-ля бодибилдинга тренером, она такая фитоняшка прям.
Это так звучит для девушки в мусульманском мире. Как бы, ну, такое себе спортклубик. Ну что? А тут она учитель физкультуры в школе. Вот так. Это звучит совсем по-другому. И какое к ней уважительное? Это учитель и тренер. Понимаете? Вот привнесите дольку вот этого придыхания, перед чем они очень любят, ну не скажу преклоняться, ну короче, заглядывают в рот. Уважаемая профессия, соедините это с танцами. То есть вы, по сути, реанимируете танцы танцорно. Вот это преподавание, будущее, профессионально, спортивно, что-то вот в таком роде. Посмотрите, как это можно обыграть, вам это будет, скорее всего, полезно. Спасибо за ваше внимание. Если кому-то нужна моя индивидуальная консультация психологическая, в инфобоксе под видео есть моя почта. Пишите туда, тема письма, консультация. Кто также для ответа на канале хочет прислать какую-то свою историю, вопросы и так далее, пишите на почту также. Тема письма, история от анонима, что-то такое. Что еще могу сказать? Пишите комментарии. Это очень сильно помогает продвижению канала. Спасибо вам большое. Скоро увидимся. Всем пока.